Добрый день, друзья и недруги. Вот здесь какое дело. В обсуждении моего бесхитростного ролика про то, что Алла Пугачева по вопросам ВЦИОМ стала второй по популярности певицей в России, ее Полина Гагарина опередила только, прозвучал такой комментарий, что вот, мол, Пугачева никогда не делал никаких политических заявлений и не высказывалась о войне. Ну, это как сказать. Политические заявления она, конечно, делала многократно. Последние ее экзерсисы в этом плане – это была поддержка олигарха Михаила Прохорова на президентских выборах или на каких-то других. Песни совсем не о том. Песни насчет войны. Про войну она говорила. Я очень хорошо это помню. Не про эту войну, но высказывалась. Высказывалось вполне конкретно, это было в те дни, когда в Москве, в Московском театре были захвачены заложники. Был эфир даже, сюжет по телевидению. У Пугачёвой свое отношение к случившемуся неожиданно серьезное. Я бы не хотела, чтобы даже бутафорские выстрелы звучали сегодня вот со сцены. Все против войны. И поэтому мы еще, так сказать, и не играем эти спектакли, чтобы тоже, так сказать, выразить свой протест против этой непонятной, какой-то грязно пахнущей войны, где страдают, в общем-то, обе стороны, и чеченская, и русская сторона. Уж лучше во имя интересов людей, невинно страдающих и погибающих, в общем-то, не знам за что, лучше признать поражение в войне, чем вот так долго продлевать эту кровавую победу. Ну, это страшно произносить. Да, это ужасно. Выбраны средства террористические отвратительные. Но надо еще помнить о том, что до таких средств доходят люди полные отчаяния. Понимаете? Абсолютно полное отчаяние. Поэтому очень, очень опасно что-то сейчас говорить. И если в этой абсолютно ослепленной фанатизме своих убеждений эти люди, которые сейчас держат наших заложников, взорвут все и всех, и себя в том числе, то не только это они взорвут прежде всего еле-еле затеплившуюся надежду на окончание этой войны. Что тут сказать? Никто из нас не знает, как правильно, и каждое решение по-своему мужественное и достойное. Елена Курлянская, Анатолий Чернобривец, Новости ТВС.